Предлагаем комиссию утвердить. Прошу занимать свои места. Журналистов попрошу. Я предлагаю в соответствии с решением Федерального политического совета выдвинуть Бориса Немцова кандидатом на пост президента России и снабдить его нашей программой «Свобода и человечность». Прошу голосовать. Кто против? Мы абсолютно иначе, чем Путин и Медведев, смотрим на развитие страны. Они хотят Россию повести по пути Уго Чавеса. Они хотят такого, знаете, государственного капитализма, коррумпированного, со всевластием бюрократии, с полным судебным произволом. А мы хотим европейскую Россию. Россию правовую, Россию с мощным средним классом, Россию, построенную на основе закона, а не на основе беспредела. Поэтому альтернатива должна быть. Что если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу, в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Нас объединил курс национального лидера Владимира Владимировича. Убежден, что полное воплощение этой стратегии в жизнь возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот почему, принимая решение баллотироваться, считал принципиально важным, чтобы именно он возглавил правительство в случае нашей победы. Уважаемые... Утвердить протокол номер 7 о результатах тайного голосования. Повод: Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинут Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом на должность президента Российской Федерации. Давайте будем работать. Будем работать вместе. И я уверен, вместе мы победим. Спасибо.